Огайо удерживает мировой рекорд по количеству МБР на одном корабле. Их в нем 24 штуки. В данный момент все лодки перевооружены на Трайдент-2, дальность полета которых составляет около 11 тысяч километров. На лодке 4 торпедных аппарата и 10 торпед МК-48. Аппараты калибром 533 мм расположены по бортам. Энергетическая установка состоит из водо-водяного реактора. Винт вращают две турбины мощностью по 30 тысяч лошадиных сил. Электроэнергию дают два турбогенератора мощностью по 4000 кВт каждый. Лодки класса «Огайо» везде преподносятся как самые прекрасные корабли на свете, и это справедливо. На момент появления это был реально крутой корабль. Но время идет, лодки, конечно, модернизируют. Тем не менее, корабли эти хорошие, но уже старенькие. У первых подлодок срок службы достиг уже 42 лет.